городское поселение Монино, на улицу Комсомольскую и на улицу Южную приехал депутат Московской областной думы Иван Николаевич Жуков. Он проверил, как идут работы в рамках комплексного благоустройства территории. На Комсомольской и Южной улицах работы уже идут. Далее в плане дворы на улицах маршала Красовского, а также на улицах Трудовой и на Баранова. Здесь будут проложены тротуары и бордюры, выполнены парковочные карманы для автомашин и заасфальтированы внутриквартальные проезды. Здесь вот Монино, мы видим, что здесь действительно выполняется работа. Я вижу, как будет преобразован один междомовой участок, второй посмотрели. Послушал главу, который прекрасно владеет обстановкой. Есть понимание в планах своей работы администрации на июнь, июль, август, сентябрь, практически до октября месяца. Здесь включаются и малые архитектурные формы, и, как вы видите, здесь детская площадка, будет также лавочки, парковочные карманы, внутри дворовые территории будут заасфальтированы. Ну, то есть все те 8 элементов, которые положены, они здесь будут. Работы по благоустройству территорий в Монино выполняет компания «Дорсервис». В соответствии с плановым заданием, в первом из 5 дворов на улице Комсомольской большая часть работ уже завершена. Осталось заасфальтировать дорожки, проезжую часть и парковочные карманы, сообщил генеральный директор компании Арутюн Ханикян. У нас 5 дворовых территорий. Срок по контракту до 15 октября. Вот, соответственно, мы постараемся завершить это к началу сентября. Также есть проезжие части дороги. Там у нас срок до 15 августа. Собираемся завершить к 5-му, к 10 августа полностью работы, чтобы были завершены. Так, в принципе, в график мы должны полностью войти и без просрочек. Объем финансирования асфальтовых работ в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий по указанным 5 адресам в Монино – 22 миллиона рублей. Общая площадь асфальтового покрытия – 14,5 тысяч квадратных метров. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».